Место выбираем солнечное или полутенистое. Посадочную яму готовим 50 см диаметр, 50 см глубина. Первый слой 15 см засыпаем керамзитом. Опускаем в подготовленную посадочную яму ком, заглубляя корневую шейку на 2-3 см. И засыпаем заранее подготовленной почвенной смесью, которая состоит из одной части песка, трех частей дерновой земли и двух частей перегноя. Либо используем готовый плодородный грунт в пакетах. Обильно поливаем 10 литрами воды с добавлением корневина и обрезаем все побеги на 1/3 для лучшей приживаемости. Важно! Чубушник венечный, в народе садовый жасмин, для максимальной декоративности нуждается в ежегодной обрезке ранней весной.